Вы спрашиваете, как справиться с накипью в чайнике. Значит, я расскажу, как с этим делом справляюсь я и справлялась всю свою жизнь. Значит, первое, конечно, есть такое средство «Адипинка». Я брала один пакетик на 2-литровый чайник. Отлично помогает. Заливаешь водой, кипятишь, и прокипело, постояло, и потом легко-легко снимается. Потом я брала чистый уксус. Вот 9% чистый уксус на 2-литровый чайничек я брала, даже можно полстакана уксуса, но возьмите стакан уксуса. И последнее средство тоже очень-очень-очень эффективное, это, конечно, лимонная кислота. Достаточно тоже одной упаковочки на 2-литровый чайник. То есть вы заливаете водой, доводите до кипения, пусть оно прокипит минут 5, оставляете чайничек, оно все это отходит. И прекрасно очищается. Ну, есть еще такой старый-старый способ. Там, допустим, можно проварить картофель или очищенный картофель, кожура вот эта. Тоже это помогает. Но не будете вы с этим возиться, когда есть лимонная кислота или есть уксус. От этой накипи вы избавитесь буквально за каких-то, ну, максимум полтора часа. В основном оно постоит, все отойдет, проточной водой помоете. И этот способ испробован не только мною, но и многими-многими людьми. Пока.